Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Lean Hustle, и у многих может возникнуть проблема в проекте Grass с тем, что они не могут привязать свой кошелек. И сегодня я расскажу, какие могут быть на то причины и как это сделать. Итак, вот здесь вот, я думаю, все, кто смотрит это видео, столкнулись с тем, что участвуя в новом сезоне Grass, здесь ничего не получается. То есть вылезает список кошельков вы кликаете ничего не происходит итак давайте разберемся в чем могут быть причины первое если вы просто кликаете и у вас ничего не происходит все просто вы просто не установили ни одно расширение ни на один кошелек как это сделать я буду показывать на кошельке okx но можете и пробовать абсолютно любые другие. Там есть еще Фантом из тех, что я знаю. Ну, там и BitGet есть и так далее. У них у всех должны быть свои расширения в браузере. Ищите их на официальных сайтах. конкретно на OKX я оставлю ссылку в описании, чтобы вам ничего не искать. Вот она, из официального магазина Chrome. Итак, скачиваем расширение и заходим в свой кошелек. как это делать? Ну, вот у вас расширение установилось. Вот кошелек OKX. Вот так вот это выглядит, уже залогиненный кошелек. Смотрите, если у вас нет Кошелька, все просто, просто вы регистрируете То есть у вас здесь будет импортировать кошелек, либо создать новый Если у вас уже есть кошелек, то нажимаете импортировать И э, переносите туда свою сид-фразу Если что, сид-фраза это 12 слов, которые у вас были при регистрации Сразу же скажу, если у вас эти 12 слов уже утеряны, то кошелек восстановить невозможно Такова политика некосоциальных криптокошельков. Поэтому создавайте новый. Ну, то есть все средства, которые у вас были на кошельке, к которому вы потеряли доступ, вы уже никак себе не вернете. С этим, надеюсь, уяснили. Создаете кошелек, обязательно сохраняйте сид-фразу. Сид-фраза это 12 фраз, 12 слов, например, там «коу», «милк», «бади», торч и так далее, то есть просто абсолютно рандомные слова, 12 штук, их сохраните, на бумажку себе выпишите, потому что на электронных носителях, во-первых, может тоже пропасть как собственная бумажка но там она может попасть безвозвратно а, а во-вторых могут украсть то есть могут взломать аккаунт еще что-то сделать поэтому всегда сохраняйте сид фразу на бумажке но это база это база итак все зарегистрировали кошелек ок и что происходит далее либо же с любым другим кошельком опять же вы нажимаете и вам пишет что у вас недостаточно денег на оплату комиссии внимание комиссию никакую оплачивать не нужно но для того чтобы Ваш кошелек был верифицирован, он у вас должен быть не пустой, а конкретнее у вас должна лежать салана на кошельке. То есть если у вас там лежит тон, там вот как у меня, например, вы видели, возможно, кэти, это все не подходит. То есть у вас конкретно должна лежать салана. Вот, у меня она лежит, 004 это 8 долларов. Ну, тут, видите, у меня есть и другие криптовалюты, но они не считаются. То есть у вас конкретно должна лежать Solana, поскольку Gras выпущен в сети Solana. И вот, видите, у меня он подключен. И для того, чтобы подтвердить, что ваш кошелек не пустой, вам нужно будет даже не оплачивать комиссию, а просто подписать контракт, который стоит 0. То есть с вас ничего не спишут. Окей, откуда взять Solana? Первый способ, который, скорее всего, вам не подойдет, но... Покажу это для тех, кто, возможно, использовал свои кошельки и сейчас может получить за это дроп небольшой. Ссылка на этот сайт оставлю в описании. Смотрите, это сервис, на котором сами как бы разрабы саланы выдают вам немного саланы, если вы активно пользуетесь кошельком. Вот здесь вот нажимаете кнопочку, вот я давайте отдисконнекчу, select, вот смотрите, у меня OKX OK Wallet. Все, коннектим, Значит, все, он автоматически у нас в браузере определяет, что у нас есть кошелек, мой баланс. Но вот, как видите, мне недоступно э, забор саланы, поскольку я даже не пользовался этой сетью никогда. То есть я вот закинул недавно для ролика и для того, чтобы помочь вам. Сейчас я объясню, как. Э, то есть невозможно получить, если вы не пользуетесь кэшом. Если же вы до этого совершали какие-то транзакции, то вам отдадут, вот тут даже пишется, сколько дают. Ну вот, например, 0.03 Solana, ну это вот сколько? Это, ну да, надо брать Sol, USD, это вот 6 долларов. То есть просто так. Вот 6, тут, соответственно, 2, это 0,6 и так далее. То есть, смотря сколько вы делали транзакций в сети Solana, столько вам и накидывают. То есть, все, здесь, если что, никто ваши данные не уведет, потому что здесь вы никуда не заходите, никакие контракты не подписываете. Но это опять же способ для тех, у кого на кошельке была какая-то активность. Ссылку оставлю в описании. А второй же способ это перейти, значит, в. Телеграм-канал, сейчас покажу какой Там будет обязательно ссылка в описании э, На второй способ а Второй способ это перейти по ссылке э, LH Monac э, Это переходник моего аккаунта В Телеге, на случай если его забанят Здесь актуальная ID Пишите мне в ЛС, мол, привет э, Хочу салану и что я делаю? Смотрите, вы мне переводите на карту или любой другой криптовалютой символическую сумму, там, 30 или 50 рублей, и я вам за это перевожу, оплачивая комиссию сам, сумму, которую вам хватит для того, чтобы активировать кошелек Solana. А почему это так? Конечно же, вы можете купить ее сами, но давайте наберем в браузер, так, сейчас я закрою кошелек, наберем в браузер, сколько у нас Салану купить стоит на каком-нибудь best changer, то есть я про биржи вообще молчу, то есть для вам надо сначала на них э, регистрироваться, но мы будем э, рассматривать э, обменники. Давайте посмотрим, сколько там может стоить салана. Итак, вот смотрим салана, то есть все покуп... можно купить. Вот смотрите, от 3, от 6 салан, то есть, друзья, это 50 там, тысяч рублей с чем-то, то есть, минимум, что вы можете здесь найти, я думаю, это вот, ну вот 8 тысяч, да, вот мы видим, вот 0.3, то есть, значит, 3 от 16 тысяч тоже очень много, а я вам скину буквально там 10 рублей в салане, и вам этого уже хватит а, на оплату тех же комиссий. И так далее. То есть комиссии здесь в Салане перев... при переводе туда-сюда а между кошельками они копеечные в буквальном смысле. То есть они там стоят несколько копеек. И поэтому мне никакого труда не составит вам перевести. То есть вы мне переведете куда вам удобно, а я вам за это Салану. То есть киньте свой адрес, где его взять сейчас тоже покажу. То есть ну, условно в кошельке OKX нажимаете получить, выбираете Салану, и здесь у вас вот этот адрес. То есть вот, копируйте его и скидывайте мне, все, я вам перевожу, и никаких проблем не будет. Далее возвращайтесь сюда на сайт, нажимаете подключить, и у вас все прекрасным образом подключится, потому что кошелек будет не нулевой. Ну и подключение кошелька и подтверждение почты. Я думаю, уж как с ним С этим проблем никаких не должно быть. Ну и все. Думаю, в уже все участвую. Тем не менее, ссылку все равно оставлю. Фармим активно идет второй сезон. Огромное всем спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал, если вам помог. Подпишитесь на телегу по крипте. Здесь тоже много полезного материала. Всем спасибо. Всем пока.